Казахстанская медиа-академия представляет. Медиа-репортаж. Всем привет! С вами Асем Тугамбаева. Измените свое общение, и вы измените мир. Вы смотрите медиа-репортаж на телеканале КМА. Как говорил Хичкок, фильм – это не кусок жизни, это кусок пирога. Почему я это говорю? Так потому что сегодня мы находимся в самом сердце Алматы, где будет проходить второй международный кинофестивал. Thank you.
Ну а теперь пойдемте задавать вопросы. Привет! Какую работу зарубежных актеров любишь больше? Точнее, кого? Я обожаю Леонардо Ди Каприо. А почему это? Потому что все его фильмы — это известные, запоминающиеся фильмы. Как можно его любить, не знаю. Здравствуйте! Как вы думаете, зачем нужны такие кинофестивали и что вы ожидаете от них? Здравствуйте! Я полагаю, что такие кинофестивали должны в целом прививать людям культуру и вкус к высокому кинематографу. То есть для того, чтобы кинематограф не был чем-то, скажем, каким-то ширпотребством, где много денег и абсолютная безвкусица, а для того, чтобы люди стремились выражать какие-то остросоциальные проблемы, политические проблемы, а не только там выставляли, богатые люди выставляли своих пасынков или детей, знаете, прямо на экранах. То есть я думаю, что кинематограф — это как раз-таки высокое искусство, и мы должны стремиться освещать остросоциальные проблемы. И в этом цель кинофестивалей. Здравствуйте. Да. Вот зачем нужны нам такие кинофестивали, и что вы ожидаете от них? Фестивали всегда нужны, потому что большинство людей, к сожалению, у нас не смотрят казахстанское кино. А там есть все-таки стоящие, и думаю, что на этом фестивале покажут, и мы сможем увидеть лучшее. А как мы можем развить наш вот казахстанский фильм? Все зависит от зрителя. У нас очень много тех самых потребителей, которые сами не осознают, как просят что-то не самое хорошее. Мало кто ходит на очень хорошие фильмы. Здравствуйте! Когда вы осознали, что хотите стать актрисой и почему? На самом деле, я с детства знала, что я точно отношусь к творческой профессии. Я себя пробовала в роли певицы, в роли ведущей. Сейчас я пробую себя в роли актрисы. Мне это безумно нравится. Поэтому я думаю, что это с детства у меня. А помните ли вы ваш первый фильм и эти ощущения перед ним? Самый первый фильм, в котором я снималась, это как раз сейчас происходят эти съемки. Это будущий сериал. Очень интересно, как получится, потому что там снимаются очень знаменитые актеры, с которыми волнительно, конечно, сниматься, но есть чему поучиться.